Вітаю вас! В ефірі програма «Влада таланту» і сьогодні ми продовжуємо розмову з менеджерським талантом, з добре відомим у нашому місті Володимиром Лєбєдєвим, головою благодійної молодіжної організації «Дім милосердя». Вітаю тебе, Вова! Здравствуйте! Минулого тижня ми говорили про те, як ти прийшов до благодійного руху, да? Що тебе спонукало, які були такі перші твої кроки в цій справі, кому ви допомагаєте, ваша організація. Сьогодні говоримо про позитивний досвід, про долі людей, які змінюються на краще, які не просто там їдять і купаються, так? Ну, отримують якусь допомогу, а які змінюються зсередини. Так, да, за 3 роки цих досвідів дуже багато. Много людей действительно через нашу, у нас есть еще Виталий Кадацкий, который мы как одна команда работаем. Также благодаря нашим властям, которые тоже помогают документы восстанавливать, то есть уже очень много людей поменялось. И очень много людей, знаете, как мы говорим, путешественники, да, которые ездят из города в город и живут на вокзалах, потом начинают тут, ну, накуролесят и уедут из города. То мы уже начали таких отсеивать, то есть постоянно мы им мотивируем, так, ты откуда, например, он с Полтавы, со Львова, там, это, то отправляем назад, чтобы здесь такого не было. То есть, поняли, мы уже знаем их, уже по опыту, знаем их приезд, зачем это и все. И, да, много людей, допустим, расскажу историю про Нелю, вот, тогда ей было, если я не ошибаюсь, 22 года. Когда просто мы развозили, и есть у нас такое кафе «Мурай», за «Мураем» там есть мусорка, свалка, как это назвать. И мы начали приезжать, меня всегда, то есть я всегда мотивировал тем, что надо зацепать молодых, потому что взрослые в основном они такие же уже, им ничего не надо, они уже прожили свою жизнь, ты их не учи и все. А с молодыми легче, потому что ты говоришь, ну как, вот мы такого же возраста, как ты, вот стоим. Вот, давай что-то менять. И сначала Нелли так нас не сильно воспринимала там. И, ну, это как пацанка, знаете, как человек вырос во дворе, ну, как говорится, на улице. То она из интерната, из Бобринца убежала. И вот это уже там на то время она 3 года вот так вот жила таким. Понятно, что не сразу она побежала на мусорку. Сначала была компания, выпивали. Там жили где-то, потом денег не стало, говорит, поехала в Кировоград. Вот, потом здесь поняла, что не все так будет просто. Вот. И уже докатилась до того, что начала прям на мусорках спать. Она там была не одна, а был еще Женя, сожитель ее, то есть как охранник. Потому что среди них, особенно у девушек, должен быть один человек, который ее будет защищать в этом. Короче, у них там компания. Своя иерархия. Ну да, да. Uh-huh. Это. И мы же, типа, сначала она не воспринимала, потом мы начали и священников привозили, чтобы она видела, что это церковь, и их это как-то более успокаивает. Бо когда просто молодые, что они хотят, может, это какая-то партия, да, и все остальное. Да, да. Вот. И когда священники начали молиться за нее, говорить напутственные слова, там читали Библию. После чего мы увидели, что она начала плакать. То есть, видать, что-то уже просынается. Вот это, то есть, вот этот стержень, который она делала, защиту, то есть, защита начала убираться. То есть, уже открывалась та девушка обычная, как, ну, девушки, как по мне, они как ваза, знаете. То есть, они должны быть мягкие, то есть, их нельзя так не обидеть. А Неля постоянно в синяках ходила, вот, и, ну, как бы, мне это очень было неприятно. Материлась, а Жене было все равно, вот привезли еду, их там было 10 человек, то они вот так, как компания, налетели, поели и ушли. Ну и потом мы начали вот именно чисто с ней общаться, говорю, давай что-то решай и все остальное. И она, то она соглашалась на реабцентр, то на реабилитационный центр, то она не хотела, то вот я все еду и это. Ну, что в итоге? В итоге умирает ее сожитель от цирроз печени, да, в 25 лет. И она потом звонит мне, я как раз на работе, говорит, плачет. Я говорю, а просто когда он болел, вот этот цирроз, она увидела нашу заботу к нему. То есть мы не просто приезжали, ну, когда он лежал в больнице, мы, во-первых, его определили в больницу,
начали платить за лечение, начали приезжать, привозить еду и все остальное. Він принаймні хоч помер людською смертю, ну, да? Наскільки ну да, ну не на вулиці говорити, он да? помер, да. То после чего она говорит, слушай, она там разрыдалась, я говорю, Неля, а я так именно так грубо, я даже сам не понял, что так. Я именно не сочувствовал ей, а наоборот говорил, вот я же вам говорил, что, ну, до чего чем доводит, да. Все закончить? А мне больше была обида, что типа столько было вложено в человека, и все, и вот так вот произошло. Ну, знаете, что он, это. И она говорит, ну, я, наверное, буду все-таки ехать на реабилитационный центр. Потом она передумала обратно. Потом я уже махнул на нее рукой, после чего она сама пришла к нам на офис и сказала, все, я готова. То, после кормления мы отвезли ее в Днепропетровск, там, к нашим друзьям, в реабилитационный центр. И человек за 2 года, понятно, что это не просто человек раз и вышел с этой, если она столько времени пробыла в этом. И ей восстановили документы, дали работу там, и сейчас вот она сделала загранпаспорт и будет ехать за границу на заработки. То есть этот человек полностью был освобожден от наркоалкозависимости. Она не курит, общается, ходит в церковь, общается с нормальными людьми, вот. И когда вот есть такие примеры, то оно вдохновляет нас. Мы до сих пор поддерживаем связь с ней, вот. Как у нее особисте життя склалось? Ну, она, знаете, как это? Она перенесла некоторые моменты в жизни, что она немножко уже осторожна. На теперь обережном выборе. Да, в этом плане. И, а так, конечно, там, просто если сравнить ее до и после, то это вообще как... Ну, это две разные да, людины, да. Это наконец-то, я ей все, даже когда она уже начала восстанавливаться, я говорю, Неля, переставай вот это как пацанка ведь, сделай себе нормальную прическу там. Одевайся более как-то, а не джинсы и футболка и это. И сейчас это вообще леди. Также есть 2 брата, которые к нам приходили на кормление, после чего тоже молодые, там до 30 лет. И вот на одно кормление он привозит своего брата подрезанным, вот. И, ну, подрезали, в смысле, на улице. Ну, в компании они же там сидят постоянно, особенно есть молодежь, которая там развлекается, там издевается над ними, над бездомными. И он как бы был зашитый, но он говорил, очень болит, то есть ему в больницу его забрали, зашили как куклу и выпустили, знаете, типа, что наше ты нам надо. И мы, как Софья монахиня, как увидела это, она аж расплакалась, говорит, но я еще такого, ну, типа, нечеловеческого отношения не видел, ну, как это просто, это. Ну, то есть она как медик увидела вот этот, после чего мы, Софья обработала раны, мы взяли, как говорится, деньги, поехали уже в больницу, оплатили, ну, чтобы правильно все сделали, бо Софья медик, она не, ну, как бы она могла первую помощь оказать, но вот эти все зашивания она не имела права. То врачи приняли, да, сделали это, и мы к нему даже приходили, то есть это, навещали его, привозили еду. И после этого эти братья, ну, просто увидели, что действительно, что такое человечество, что действительно можно, что чужие люди тебе могут вот так помочь. То есть он, и они сейчас уже их давно, ну, и потом, то есть его выписали, они пропали. Мы такие, ну, как бы привыкли, что оборот идет этих людей. Кто-то умирает, кто-то уезжает, ну, то есть вот так вот. И тут я встречаю их, двоих, переодетых в чистую одежду, побритыми, короче, свежие. Я говорю, что это вы, одеться вы сейчас? Мы же тогда поехали на Киев на заработки, сейчас уже вернулись, то есть уже снимаем сейчас квартиру. Ну, короче, и ты, как, когда это слышишь, то, конечно, ну, радуешься, что на двоих стало меньше в плане на улице, что они не бездомные, они, их нигде не подрежут, не убьют, они живут обычной жизнью, как все нормальные люди. Вова, ну зрозуміло, що можливо якусь там таку суху офіційну статистику ви не проводите. Але якщо взяти так на пальцях, от серед тих людей, які проходять через ваші руки, який от відсоток все ж таки тих, хто стає на шлях змін позитивних, а який відсоток тих, які просто харчуються і купаються?
Ну, наверное, это 50 на 50, я буду так говорить, потому что все зависит и от них, и от нас, как мы будем работать. Потому как что, вы найдете подхід да, до да, них. Потому что, коль мы уже взялись, то есть нас же никто не заставляет. То есть понятно, что в церкви нам постоянно говорят, помогайте таким людям, то есть вдохновляют, что если молодежь будет помогать, то явно молодой пацан уже после Дома Милосердия не пойдет выпивать, бо он видел итоги этого всего. То в основном, если действительно ты займешься одним, я вот понял за 3 года, допустим, они приходят, ты берешь одного человека, начинаешь с ним работать, и выходит результат. Понятно, по чуть-чуть каждому не получается. Покормите это, мы уже и так кормим, уже сколько лет, это как само собой, там постригли это. А вот сейчас открыли приют, где вот это приходят люди, могут переночевать. Мы, допустим, сейчас есть и государственный приют, то есть отсеиваем. То есть если это бездомный человек, ну то есть который к нам постоянно приходит, мы его направляем туда, на Тельмана. А если это новые люди, то есть это молодые, вот как вчера пришла девушка, то мы начинаем с ней работать и, как говорится, мы постоянно мотивируем, что ты не как подопечная пришла сюда, а ты можешь стать частью команды. И это им нравится, что к ним не относятся как к бездомным или как это, к до жертвы, да, до да. Потому что, ну, я понимаю, что она выпивает, то есть я понимаю, какой она образ жизни ведет, но когда ты ставишь ее на уровень, ну, как бы, что она на одном уровне находится с тобой, что она не думает, что я, допустим, убитая, а он, типа, такой весь хороший, и я пришла к нему за помощью. Ты как друг сразу становишься ей и общаешься, и она видит это, и начинает, как бы, открываться, и так как вот это с многодетными получилось семьями, да, помогали там, это. И я сразу говорю, давайте присоединяйтесь в нашу команду, типа, как бы, и они такие, ну, не ожидали, что это, они пришли за помощью, а я прошу у них помощи, типа. И они присоединились, и говорят, ты что, мы хоть отдыхаем здесь, а тут это... А что они роблят? Что самое они роблят? Ну, готовим. Мы каждую субботу готовим, потом перебираем вещи, то есть общаем, в первую очередь общение. И, то есть, и у нас такая же атмосфера, как говорится, не то, что мы там, у нас там офисное какое-то помещение, и там какие-то тренинги проводим. То есть это как большая семья, можно так сказать. Вот. Друг другом созваниваемся на неделе, как, что, у кого. Вот. Еще и поддерживаем. То есть вот так. Володимир, як знайти підхід до таких людей? Все ж таки, от хто вам допомагає? Ну, ви говорите, що церква, священники. Чи є у вас в штаті, можливо, психологи, там, якісь фахівці саме з медицини? Да, у нас є Софія, которая у них, ну, вона католик, і у них місія, то есть вони їх определяют в разные страны, разные это, даже в Африке, там, где люди нуждаются в этом. И то есть она как и психолог, и медик может общаться. То же самое эти психологи, это как и священники. То есть они тоже с ними общаются, вдохновляют их на жизнь. Бо в первую очередь они куда идут? Они идут по церквям. То есть они знают, что там помогают, что это верующие люди, что они что-то точно дадут. Ну, уже священники опытные, так как и мы в основном, типа, сначала начинаем разбираться в человеке, да, а потом уже конкретно уже видим, чем можно помочь. То есть, потому что сейчас время такое, что финансы ограничены, вот, и потому идет полное. То есть, если он приехал в наш город, мы его отправляем, где он там, откуда он и все остальное. То есть, если ему конкретно нужно, вот я его спрашиваю, вот он пришел на офис, говорю, сколько времени надо, чтобы ты восстановился, или что, чем мы можем помочь, документы, работа. Вот, когда видим, что ему просто переночевать, я говорю, он есть Тельмана, да, там ты можешь переночевать, потому что у нас, говорю, мы сами это все тянем, то есть нам не помогает государство финансами,
То есть ми самі це все оплачуємо. Бо дивися, ти говориш, що якщо хтось приїхав там з Полтави чи зі Львова, чи ще звідкись, так звані гастролери, то ви відправляєте їх назад. Да. А чи в усіх містах є отакі от організації? Можливо, ті, кого ви відправляєте, вони приречені на бомжування десь там? І чи ви даєте їм принаймні кошти на квиток? Чи як, як ви це як проходить ця процедура? Ні, понятно, що мені як ото ні. Как это сказать? Он пришел к нам, а мы направили его в другое. Нет, это не такой, не круговорот. Просто, во-первых, деньги, конечно же, даем. Потому и говорим, что ты... Он говорит, а я заработаю, там это. Я говорю, не, я вот могу сейчас тебе дать, то, там, сколько, 100 гривен, 50, 200. Вот, ну, и даю билетом, не деньгами даю ему. Вот. Просто я этим смотрю, он действительно ли хочет уехать, или это просто типа отмазка, чтобы типа вот мне бы уехать, а вот бы дайте мне, а я там сам куплю и все остальное. А в каждом городе есть, но они же, я же вам объясняю, они же приезжают, вот эти гастролеры, они не за помощью приезжают, они просто ищут себе приключения и по моему опыту начудят. Потом или их милиция привозит к нам, что мы же сотрудничаем с полицией. Вот, знаете вы такого? Я говорю, знаю, он должен был там вчера уже давно уехать, типа это. Не, он до сих пор живет на вокзале туда-сюда. Вот, ну то есть поняли, да? То есть отсеивается не просто лишь бы куда сдеть. И в основном по Украине есть эти центра. То есть я был в Чернигове в таком центре, меня это очень впечатлило. То есть я взял опыт и приехал уже сюда и открыли мы такой центр. Там тоже есть и государственный, есть и от церкви. То есть и государственный занимается теми, которые ну, и хотят что-то делать, и не хотят. А такие центра, как наши, молодежные, они более расположены на реальные действия. То есть у нас время ограничено, средства ограничено, потому они видят, что тут не получится, лишь бы, что, как они думают, что пришел, спросил и дали. Нет, тут сразу говорят, ну, то есть мы же сами работаем, учимся, говорим, что, ну, что не берется он у нас откуда-то, как говорится. Вот, и тогда кто-то говорит, да, конечно, давайте, ну, как скажете. А кто-то говорит, ой, да не, и пошел. И или уехал дальше, или пошел по церквям, но они уже знают, что мы уже сотрудничаем друг с другом. То есть если он приходит, мне уже звонят, говорят, ты знаешь такого-то? Говорю, знаю, приходил тут. И истории у них там бывают и разные, рассказываются, то есть вот так. Вот. А вы еще спрашивали за команду. Сейчас в команде 15 человек. Вот у нас вот эти, которые приходили за помощью к нам. У нас даже есть одна женщина, не буду называть, которая тоже приходила на кормление, при том, что у нее есть жилье. Просто алкозависимость. И она, походив к нам, стала, короче, на путь исправления. И не надо было ей той реп-центр. И она действительно поменялась и сейчас помогает таким людям. И эти же это очень помогло, эти же бездомные, видя ее, когда она с ними, как говорится, тусовалась, сейчас действительно она им помогает. И они видят, что оно реально. То есть, если захотеть, оно реально можно поменять. Вова, говорячи про кількості, ми вже їх трохи зачепили, але ми зачепили, хто змінюється, а хто не змінюється. А якщо говорити от загалом про кількості, скільки приблизно людей от прийшло через ваш центр? Ну, я... З самого початку. Ого, та це, мабуть, ну, тисячі дві, це точно чоловік. Це ті, які приходили за допомогою, яким ми допомагали, то есть это... Ну, то есть это очень много. Я даже, ну, просто я всегда вот, когда у меня бывает один день в году, да, когда я, бывает, у нас мы есть в сетях, и когда я вижу старые фотки, то, конечно, как это все начиналось, сколько людей уже нету, сколько, вот, с кем мы помогли, вот, то очень много работы, на самом деле, сделано. И дальше продолжим. Чого вам сьогодні не вистачає? Ну, звичайно, що вам кожна копійка потрібна, але от якісь такі, є щось, чого бракує? Чи зараз більш-менш якось центр встав на якісь стабільні такі? Ну, ми зараз хочемо відкривати кафе, благотворительне кафе, де б ми могли дійсно
То есть тяжело быть постоянно в потребности. То есть хочется что-то создать такое, чтобы оно и приносило доход, и оплачивало и расходы дома милосердия, и расходы кому-то даже на ту дорогу, на билет. Вот, то есть у нас есть в этом планы. Не хватает поддержки от властей, вот это не хватает. Потому что когда ты, я знаю просто, когда ты мог бы общаться там, даже с тем мэром, с губернатором, объяснять свои там... То есть мы же делаем одну работу, и по сути было бы хорошо, чтобы они тоже как-то участвовали в нашем, помогали нам. Вот. Ну, але все одно крига скресла. Яка же допомога є, яка співпраця є? Ну да, ну хоть да, приют открыли. Это очень большой плюс, и очень мы благодарны на самом деле. Вова, з самого початку нашої бесіди, ще тиждень тому, ми говорили вже про те, що от і сусіди, і оточення, і знайомі батьки дивувалися, от чому такий молодий хлопець ходить смітниками, там займається саме такою діяльністю. Отже, це не дуже притаманно саме от, ну, юним молодим людям. От скільки тобі років? І чи маєш ти якісь ще заняття в житті, окрім цієї благодійної діяльності? Ну, я как бы работаю в первую очередь, то есть меня все видят, я думаю, я сейчас поменял, я уже не повар, а торгую, ну, торгую сувенирами. Вот. Понятно, что у меня есть свои хобби. Я люблю рыбалку, охоту, бильярд. Ну, то есть я обычный человек. Почему я начал помогать? Ну, сколько тебе років? 24. Тобто ти починав ще будучи 20-літнім? Ну, да, можно так сказать. И, то есть мы обычные люди, просто... Ну, не надо быть каким-то сверхъестественным человеком, да, чтобы увидеть эту проблему и протянуть руку. Просто кто-то говорит, там, хай сами разбираются, а кто-то действительно... И в основном же, если мы уже, нам помогают, то тоже же это и есть и не бедные люди, поняли, которые, у которых тоже есть принцип, что, что посеешь, то и пожнешь. То есть, если ты хочешь, чтобы ты был успешен в своих делах, в своем, чтобы было все в доме хорошо, то когда ты будешь помогать таким людям, то оно будет добро тебе возвращаться. И я уже говорю, что не раз ощутил это на собственном примере. Вот. А так люблю природу, дачу. Мой любимый отдых – это взять лопату на даче и копать огород. Вот, в тишине, знаете. Великий в тебе огород? Не, он не великий. Ну, просто люблю физический труд, знаете. Как бы. Я отдыхаю, что, во-первых, на даче тишина. Вот, что мне в основном же телефон, когда ты в городе, все вот так вот, все тебя знают, там кому-то нужна помощь, там хоть, а, и там и связь не ловит, вот в чем плюс, что тоже немаловажно. И как бы отдыхаешь от этого. Ну, а потом приезжаешь и сразу включаешься, вот. Ну, потому что у нас есть горячая линия, и я ее как бы, ею управляю, то постоянно звонки и ночью, когда угодно. Ну, у нас есть баннеры висят, то люди... Постоянно дзвонять круглосуточно. Вова, наш ефірний час спливає, але ти маєш нагоду звернутися до глядачів. Я хочу пожелати кожному із нас, щоб у нас був мир в домі. Це в першу чергу. Щоб ми цінили людей, близьких, які нас окружають. І також обращали внимание на цю проблему в місті, яка є. И даже если вы не в состоянии помочь, есть горячая линия, на которую вы можете позвонить, и мы готовы оказать эту помощь, что в наших силах. Головне – бути людяними. Я тобі дякую за те, що завітав до нас, і дякую за добро, яке ви робите в місті. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні в студії програми «Влада таланту» ми спілкувалися з головою молодіжної благодійної організації «Дім милосердя» Володимиром Лєбєдєвим. Це була програма «Влада таланту», присвячена таланту менеджера. До нових талановитих зустрічей!